Твери состоялось торжественное заседание Федерации тверских профсоюзов, посвященное 75-й годовщине образования организации. Прозвучали поздравительные речи и громкие аплодисменты. Заслуженных членов профсоюза наградили почетными грамотами и нагрудными знаками. О том, что такое профессиональный союз трудящихся сегодня, в сюжете нашего корреспондента. Совместно с правительством и работодателями защитники интересов трудящихся выстроили систему социального партнерства, добились принятия улучшенного трудового законодательства, сохранили санаторно-профсоюзную собственность и серьезные льготы на санаторно-курортный отдых для членов профсоюзов. Издавна профсоюзы организовывались по профессиональному и производственному принципу. На предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях создавались первичные профсоюзные организации. В масштабах СССР сформировались отраслевые профсоюзы. На протяжении более чем вековой истории профсоюзы стоят на защите трудовых прав и социальных интересов тысяч работников самых разных отраслей. Менялись эпохи, менялся политический строй, но неизменными оставались основные принципы работы профсоюзов – равноправие, социальная справедливость и законность. Теперь эти принципы активно поддерживает молодое поколение. Приятно, что этот союз возрождается, и что к истории, которую все мы так уважаем, присоединяются дела сегодняшнего поколения, и особенно молодежи, которая является будущим нашей великой Родины. В завершении праздничного мероприятия лучшие профсоюзные активисты, руководители организаций, ветераны профдвижения были награждены почетными грамотами и нагрудными знаками. Всем участникам торжественного заседания комитета вручили памятные подарки.